Серега нам сегодня покажет. Мастер-класс мы выбиваем. Херовый баскетболист. Короче, мы играем в баскетбол сегодня. Покажем, как развлекаются атлеты, как они отдыхают. Можно там камеру поставить? Ну, разберемся, я не знаю. Ну, кто ногу тупо видно, я на лобник взял. Буду сегодня вот так делать. Что ты покажешь, Серега? Ну, давай, закинь мяч. Я даже не попаду. Да давай, пойдем вперед. Давай. Атас. Новый топовый влог. Или топовый. Все понятно, я понял. Можешь уже не пытаться. Вчера на камеру обновил прошивку, так что я сегодня буду тестировать. Я хочу сегодня немножко позаниматься в домашних условиях, так что поснимаю, естественно, свою тренировочку небольшую и заодно проверю прошивку камеры, как работает камера. То вдруг пойду что-то снимать хорошее и где-то будет лагать камера, глючить, тормозить и так далее. Сегодня покачаю немного руки, грудь потренируюсь, ну там поджимаюсь. У меня есть штанга, естественно, поделаем бицепс со штангой, ну и так далее, короче. Все и так понятно. Так что не буду тянуть резину, сразу приступлю. Многие люди говорят, что нельзя заниматься дома. Я скажу им, что могут. Главное иметь желание. Я, в принципе, неплохо уже напампился. Вот видите, нормально так надел. Ну, у меня, конечно, штанга есть. Но все равно можно делать отжимания различные или что-то придумать, если, конечно же, есть желание. Я опять же повторюсь. Так что все, что там люди говорят, я не хочу заниматься, нету времени, это все отмазки. Просто посылайте их в жопу и, не знаю, просто с такими людьми даже смысла разговаривать нет, они ничего не добиваются в жизни, им ничего не надо. Им только вот покурить, попить пивка где-то там в зажигаловке какой-то, ну, извините меня, конечно, за мой английский, ну, так оно и есть на самом деле. Я надеюсь, камера хорошо записала. У нас, кстати, что-то опять непонятное на улице. Вроде уже и плюсовая температура была, плюс 6, сейчас опять снег выпал, короче, очень странно. Сегодня у нас суббота, я, наверное, уже пойду отдыхать, может быть, сегодня что-то еще поснимаю, но я не уверен. Нет, не точно. Ну, посмотрим, в общем. Пойду пока помонтирую, может, что-то посмотрим. Че, ребята, кто там весну ждал? Получите. Николай засыпал снегом. Сейчас иду к племяннице, покатаю немножко на санках. Поснимаю кое-что интересное для вас. Влоги на моем канале будут немного реже выходить, так как я решил снимать что-то более интересное в своих влогах. А не все подряд я снимаю, так же не прикольно. И буду снимать более качественный контент на свою камеру с петличкой. Ну и так далее. Сейчас дойду и
протолкнуть Семочку, то по сугробам тяжеловато идти. Еще слава протоптана дорожка. Так что пока такие новости. Давай догоняй. Давай. Я снимаю тебя. Топовый дядя, да? Ну, догонишь? Нет? Давай. Давай я тебя прокачу немного. Не-а. Не хочешь? Мама. Давай догоняй. Нет, лучше пойдем играть. Ну так сейчас дома поиграем с тобой. Ну что с тобой? По сугробам пойдем. Погода классная сегодня, конечно. Ну правда холодно. Мы идем с тобой. Куда? Голубей кормить. Голубей кормить? Ну пошли. Нашел чем заниматься. Да, классно, смотрите, оп. О, тут твердо. Это называется 2 марта. Лежим, отдыхаем. Да? Йо. Ложись тоже. О, кайф. Что, готово? Угу. Давай. Держись только. Держусь. Как это, нормально? Да. Вот так вот развлекаюсь, ребят. Ну, Ева, что ты делаешь? Давай я встану. Ты сиди. Нормально, да? Ну, где сейчас беру? Сейчас поймать хочешь? Голодная или что? Ёк. И что ты передашь подписчику? Тебя снимают. Пришли качаться. Я наконец-то выложу видео. Тут начинаются манежные истории, короче. Манежные герои. Сергей Копатель. Онлайн. Явно делать нечего просто. Тренер нас увидит, завалит.